Всем доброе утро. Не стал уже вас утомлять видами улицы Калараш. Здесь уже ближе к морю включаюсь. Чуть-чуть покажу вам, какая обстановочка на море. Ну и расскажу про погоду. Погода нормальная, зимняя. По моим, этим подсчетам, критериям, стремится к средней зиме такой по температуре. Температура воздуха плюс 8 градусов. Но хочется напялить капюшончик. Скажу вам так, чем ближе к морю, тем больше ветра. Пляж Калипсо и улица Калараш. В комментариях спрашивали, по какой улице хожу. Ну, если честно, для меня было очень даже несколько странные комментарии, потому что каждое утро хожу практически по одной и той же улице. На один и тот же пляж. Очки потерялись. Вот такое вот утро. Все тоже напялили на себя капюшончики, шапочки, головные уборы. О, в районе Сочи где-то там солнце светит достаточно ярко. А у нас пасмурно. Горизонт хороший, красивый. Яркий. Скажем так. Шторма нет. А волны есть. Не скажу, что большие, но такие. Вот такие, какие вы сейчас наблюдаете. Температура моря, кстати, достаточно высокая на сей момент. Она стремится к 20 градусам. Возможно, если я не забуду, или будет, замерим. Или подсмотрим еще раз там на пляже Гренада, там висят такое цифровое табло висит. На нем и про температуру написано воздуха и про воду. Так вот. Температура воды была раза в два выше, чем температура воздуха вчера. Вода где-то 20, а воздух где-то в районе 10-9. Так что в море теплее. Если вдруг вы замерзли, раздевайтесь в море. Выходить, правда, будет холодно. Ну, кто смотрел мои маленькие шорты вчера, да и не шорты, там тоже еще и ролик выходил вечерний. Я вам показывал. Вот где-то вот на этом месте. Ребята вечером вчера купались. Все нормально. Купаться можно, вода теплая. Ну, вечером было, правда, поменьше ветра вчера. Как бы так. Всем доброе утро, всем пока. Более пока рассказать мне вам нечего.